Всем привет, с вами Никита. Сегодня мы будем проходить одну игру. Ну, вы ее уже все знаете. Это, конечно же, The Messenger. Сейчас будем проходить игру. Бамбуковый ручей у нас остался. Ну, мы там остановились. Давайте попроходим. Так, я забыл уже как играть. Я просто, ну, сейчас я записываю днем. Обычно я записывал всю ночью. Так. Интересно. Этот моб прыгает. Да ладно. Нам чуть другое интересно. Что нам тут делать? Ладно, спрыгаем и ударим этого. Хорошо. Давай. Опа. Идем. Идем. А куда нам идти, что ли? Туда идти? Давайте сюда. И пойдем. И что тут? И ничего тут. Ладно, что там? Вот тут. Еще одна. Локация. Ну, погнали. Так. Здорово. О. Кстати, нам сейчас выпала жизнь. Это очень хорошо. Так, ладно. Погнали. Дальше. Так, у нас тут обстрел. Да. Огонь, огонь, огонь. Все. Нормально и закрывается. Опа. Погнали. Ну, музон прикольный. Очень. Так. Это что еще? А это что еще? Не, стоп, я хочу на этом попрыгать. А зачем он тут? Ну да ладно. А, вот. А вот здесь уже нам придется его использовать. Блин. Не, блин, мне бы прибить этого зеленого. Во-вторых, мне бы допрыгнуть. Не, блин, что-то я чуть косячу. Не, смотрите, оп, оп, оп. Все. Наконец-то мы взобрались. Блин, опять я упал. Побежали. О. Все, прикольно. Ну что же. А это можно убить? Да? Это можно убить. Да. Так, а вот это сейчас было опасно. Да ладно. Музончик прикольный, очень. А это? Кто еще? Иди-ка ты в жопу. Не, пацан, ты кто? Ну нахер. Бежим. Так, у нас тут что-то есть. Это что еще? Ага, ясно, это можно бить там, где типа это роза. А тут что? О! Секретка. Что тут? А это что? Интересно. Стоп, здесь есть еще какой-то проход. Который нам, скорее всего, можно открыть. Хотя, ну, я не знаю, как, кстати, давайте туда взберемся. Что тут у нас? Не, ладно. Продолжим. По
погнали. Ладно. Поехали. Дальше. Сюда иди. Давай, катись. А хотя я тут сам прикачусь. Здорово. Так, ладно, прорвём этого монстра. И что там? У нас тут сохранение. Идем. Так. Что у нас? Тебе что-нибудь нужно? Чат у нас недоступен, но можешь что-то улучшить. Подводный рывок. Нажмите X во время перемещения в флаж, чтобы устремиться вперед. Но пока что нам это не нужно, вот можно удачливый ум. Все, мне ничего не нужно, продолжаем. Так, у нас тут начинается опять. Ладно, погнали. Давайте, оп, оп, прыгаем вниз. Приседаем. Так, убиваем. Хорошо. Так, что-то я чуть притормозил. А куда нам идти? Это что еще? И куда нам идти? Нашел, куда нам идти. Хорошо. Погнали вверх. Здорово. Все, спрыгаем. Бьемся в клетку. И погнали. Хобана, хобана, хобана. Так, нет, это нужно как-то вот так ударить. Да. Все, в принципе, просто. Ну, погнали. Дальше. Здорово. Так, все, идем. Все очень даже хорошо. Ага, а это лифт. Еще там плюс бомбардировка. Хорошо, давайте так подниматься. Вот все, мы поднялись. Теперь давайте подниматься здесь. Блин, у меня одна жизнь осталась. И все, поднимаемся выше, убиваем. Блин. Ладно. Нет, я не хочу делать с тобой селфи. Ясно. Ну, это он типа про то, что мы уже много раз умерли. И типа, ну мы другам типа, давай сфоткайся со мной. Ладно. Продолжим. Давайте тут пропрыгаем. А, стоп! Так там нельзя пропрыгать. Блин. Лоханулся. Извиняюсь. Блин. Да ладно. Погнали. Дальше. Хобана. Давай, летим. Оп. Здрасте. Вниз идем. Все. Поднимаемся очень быстро. Бьем. Хорошо. Опускаемся, бьем. Хорошо. Все хорошо очень. Умерли всего лишь два раза. Здрасте. Здрасте. Все. Погнали. О! Нормально. Ну, погнали. Тоже. Продолжим. Так. Погнали по лифтику. Смотри, сейчас мы по лифту очень быстро поднимемся на изи. Нормально. Уже мы, кстати, поднялись. Ладно, все. Погнали. Привет.
Поехали. Быстро, быстро, быстро. Так, ладно. Что тут у нас? И! Куда я провалился? Ой, блин. Я провалился прямо в начало. Прикольно. Ну, кстати, смотрите, вот мы бьем, и типа наш удар засчитывает как типа удар, ну, чуть-чуть выше. То есть, ну, мы не бьем просто влево или вправо, мы бьем именно в сторону. Ну, именно вверх и влево. Ладно. Поднимаемся. И ладно, все, здесь мы убиваем пацана. Тут подняли лифт. Ну, подняли дверь. Поднимаемся. Бьем. Все, в принципе, очень хорошо. Бьем, бьем. Покатились. Да, сейчас все будет очень просто. Так. Минус. Погнали. Опа-на. Куда поехал? А ну быстро сюда вернись. Все, погнали. О, а вот наше сохранение. Прикольно. Так, а сейчас у себя сделал звук потише, а то я себя не слышу. Вот. Продолжим. У меня музыка сейчас прямо в ушах звенела. Хоть я сейчас в наушниках сижу. Ну, поехали. Погнали. Так, ладно. Это чуть опасно. И менее мы это проходим. Здорово. Здорово. Ну все, проходим. Дальше. Приседаем. Хорошо. И, блин. Черт. Ладно, все, проходим. Дальше. Опять меня ранили. Да ладно. У нас есть жизни. Причем все. Потому что я только что подобрал ХП-шку. Да ладно. Ну, погнали вправо. Блин, я себя слышу, я себя не слышу. Да ладно. Погнали. Дальше. Вниз. Идем вниз. Спускаемся вниз. Ух. Я еще сейчас выпал, не умер. Это типа, ну, вы видели, меня типа столкнули, и меня, ну, спасала способность, которую я недавно купил. Типа, когда меня сталкивают, у меня есть прыжок запасной, чтобы вернуться. Вот он меня сейчас, собственно, и спас. Прикольно. Да ладно. Блин. Они меня все убивают и убивают. Это чуть неприятно. Так, убьем этого и пойдем дальше. Погнали. Сейчас все будет очень легко и просто. Хотя, как мою игру. Блин. И, пацаны, вот я сейчас только заметил, у меня вот на жизнь. Ну, сейчас вести себя очень аккуратно. Сказал вести себя аккуратно и умер. Знаешь, поначалу мне тоже пока что идея не очень, но мне скажут, что уж лучше я, чем устаревшая система. Герой выживает и продолжает путь. А, вспомнил. Ну, типа, знаете, вот в некоторых играх, ну, вот я даже на канале с вами проходил, там типа, ну, когда ты помираешь, там, ну, пишет типа game over, ну, и показывают как сцену, типа, вот тебя пытаются вылечить. Вот я, кстати, вроде проходил одну такую игру на канале. Называется Птагав, ну, игра про пингвинов. Там я, типа, умирал, и мне, ну, показывали окно, где, типа, game over, ну, и меня, типа, продолжить или выйти.
нажимаю продолжить, я якобы начинаю дышать, ну все, и меня якобы спасают. Поэтому, ну да, вот. Дьявол сейчас, собственно, вот эту вещь и описал. Прикольно. Так вот, описывать игры. Ладно. Не забываем, что у меня есть сюрикены. Ну, кстати, вот очень круто, что, ну, эти восстановители хпшек восстанавливают все здоровье. Я не знаю, что бы я делал, если бы они его восстанавливали немножко. Это было бы непроходимо. Не, проходимо, но просто не так нормально. Например, как Айвона без Абоша. Так, ладно. Что мы сделаем? Давайте, что ли, побежим уже сюда. И сразу прокатимся вниз. Да, меня тут очень круто убивают. Но я, в принципе, живу. Не, вообще, эти облаки меня чуть бесят. Ну, эти тучи. Я не знаю, как их еще назвать, но я их буду называть тучами. Поехали. Погнали просто уже без бонусов. И тут еще. Не, стоп, я хочу жить. Тут есть хпшки? Не, стоп, куда я пошел? Мне нужно вверх. Блин, все, у меня две жизни, я не знаю, что делать. А хотя, стоп, это ведь... Стоп. Не, все, я не буду жадничать. Наконец-то. Я прошел этот ад. Так, ладно, входим. Тебе что-нибудь нужно? О, чат. О, уже босс? Прикольно. Ну что? Полагаю, дальше нас ждет встреча с боссом. Боссу бамбукового ручья? Смешная шутка. Ну, просто сама обстановка, сам понимаешь. Ворота строго по центру. Симметрично расположены фонари. Никакой прокрутки. Вот я и подумал. Слушай, ты можешь сколько угодно галлюцинировать с шаблонами и пытаться найти в них смысл. Я же как-то сказал тебе, что здесь у тебя что-то вроде выходного. И что? Ну, а ты стал бы сражаться с боссом свой выходной? Именно. Так о чем ты хочешь поболтать? В смысле? То есть босса здесь не будет. О, кстати, в улучшениях есть подготовленный разум. Так, и еще хпшки. Давайте, что ли. Не, ладно, сюрикены мы не прокачиваем. Прокачаем мы вот это. Потом. Ну нет, смотрите. Я не верю, что здесь нету босса, то есть так не может быть. Слушай, а я вот сейчас подумал одну вещь. Не все ведь ямы могут убивать. О! Секретка. Нереально, вот я так, ну, подумал, типа, ну, тут есть локации, и типа, ну, не все стороны нас могут убить. Ну все, мы себе приобрели достаточно денег, чтобы купить себе куртка, кусари. Все, купили у нас теперь 7 жизней, целых 7. Карл. Ну ладно, погнали. Ладно, давайте прыгнем. И что тут? Не, стоп, там было что-то сверху. Мы туда сейчас проберемся. Что там сверху? Секретка? Так, ладно, нам сюда не допрыгнуть. И что же тут? Mm-hmm.
А это, кстати, очень странно. Ну, место при боссе. Серьезно? Его не будет? Блин, мужик, ну зачем ты правду сказал? Ладно, вот у нас следующая локация. Погнали. А это мне еще напоминает на какое-то будущее. Ну, типа... Вы поняли. О! Музончик. Так, это что еще? Сохранение. Что ты нам скажешь? Я в яме. Да ты шо? Да, верно. Расстояние слишком велико, мне ни за что не допрыгнуть. Это напомнило мне одну историю. Давно воины из клана белых придумали способ парить высоко в небе. Соприкасаясь со свободной, какой они и мечтают... Ой. Соприкасаясь со свободой, какой они и мечтать то не могли. Многие люди ошибочно принимали их за богов. Невероятно. Да, впрочем, не важно. Вот тебе Винксиют. Ты получаешь Винксиют. Махтясь вот сюда, нажми и удерживай А, чтобы начать планировать. Проходи над гейсами, чтобы двигаться вперед. А, это парирование. Вот, кстати, очень мне напоминает Реймана. Ну, там Реймане тоже где-то после второго или первого уровня, ну, тебе дается способность парирования. Ладно, тебе что-нибудь нужно? Чат. Так, в чем ты хочешь поболтать? Давайте сначала вещи. Спасибо за Винксиют. Да ладно, испытай его. Да не забывай, главное, находясь в воздухе, нажми и удерживай А. Почему он достался мне бесплатно, а другие улучшения нет? Так. Вопрос на засыпку. Потому что без него тебе не добиться успеха. Нельзя спасти мир, застряв в яме. А еще бесплатные плюшки будут? Есть лишь один способ выяснить это, верно? То есть, если я продолжу свой путь, будучи уверен в том, что у этого проклятого мира и его обитателей заготовлен для тебя немало сюрпризов. Прикольно. Ладно. Что тут? Дальше? Добро пожаловать в воющий грот. А люди здесь есть? Когда-то давным-давно тут жили пещерные существа. Они строили всевозможные здания из изумруда, жилы которого пронизывают эти камни, и верили, что ветер — это дыхание бога. Есть что-то, о чем не следует знать? Да нет, разве что о том, что сейчас самое время взлететь. Ну, помнишь Винксиют, который я тебе дал? Да. Прости, недостаточно контекстуальных данных. Я хотел, чтобы мои слова имели смысл, независимо от того, доводилось ли тебе уже использовать Винксиют в аэродинамичных трубах. Что тут ты темнишь? Да что с тобой, я дал тебе то, что в буквальном смысле позволяет тебе летать. А ты предпочитаешь торчать здесь и чесать языком? Так чем ты хочешь поболтать? Давайте послушаем историю и закончим на этом. Есть что рассказать? Может, тебе есть что рассказать? Ну, конечно, вот тебе одна история. Жил-был король. Ладно, давай сделаем чуть потише. Жил-был король, которому было очень непросто управлять своими эмоциями. Он вечно бросался в крайности, всегда был либо слишком восторжен, либо слишком подавлен. И потому ничего не мог довести до конца. Он уже почти потерял надежду разобраться в своей жизни и стать для своего народа достойным правителем, как тут к нему явился странствующий охотник за реликвиями. Чтобы избавить короля от его беды, охотник за реликвиями подарил ему волшебное кольцо, пообещав, что в момент радости оно будет делать его печальным, а в момент грусти — радовать. Кольцо стало для короля талисманом. И в результате королевство достигло процветания. Когда король скончался, придворный колдун поспешил присвоить кольцо, чтобы наконец попытать понять, в чем был источник его силы. И оказалось, что в кольце не было ни капли волшебства, но как кольцо не таишься в себе магии
Магия могла делать радостного человека печальным, а печального радостным. Предположение есть? Да не то, чтобы на нем была надпись «И это пройдет». Ого, глубоко. Это не просто глубоко, я только что избавил тебя от беспокойства последствием сказки. Спасибо, лавочник. Эй, полегче. Ты в чем ты хочешь поболтать? Так. Что может тут прокачать? О, воин высшего пилотажа. Ясно. Что-нибудь еще есть? Ясно. Ну, короче. Давайте закончим на этом наше видео. Вот, кстати, проверим, как это парировать. Да, вот, видите? Мы, типа, летаем. Нужно нажать в воздухе A и удерживать, смотрите. Хоба. Прикольно. Ну, ладно. Всем спасибо, кто меня смотрел. В следующем видео мы продолжим это проходить. Всем спасибо, всем пока.